Приветствую на канале AsmodayPlay, мы продолжаем играть Джеймса Бонда. Агент 007, естественно. Не 05, а 007. Это Абанна? Верни его останки, о трупе мы позаботимся. Али Шифр? Вернулся за стол, но играет плохо. Бонд его одолеет, он выиграл два раза. Мне сказали, он лучший наш игрок. Могу подтвердить. Как только Ли Шифр проиграет, везите его сюда. Человек, загнанный в угол, опасен и на все способен. Да, мэм. Бонд, следите за Ли Шифром. Как только турнир закончится, действуйте быстро. Бонд, прошу вас, ответьте. Мэм, он не отвечает. То ли у меня на экране это, то ли это по игре. Что-то не так с коктейлем, мистер Близ? Бонд, ваш пульс только что зашкалило. Чем-то напоили. Опоили меня. Вы как будто... Я знаю. Я опас. Идите к своей машине. В Астон Мартине есть дефибриллятор. Иначе вы умрете через минуту. Не сверните, скорее, Джеймс! Аккуратнее. Что это за байда? Пошел вон, козел. Я вообще куда иду? Машину вижу. Спускаемся. Вот и выход. Там хрен подвинуться, то я точно предполагаю. Твою мать! Это как-то не так. Не понимаю, как тут. Не успел. Зарядиться, жмите красную кнопку.
Или успел? Что, все погасло? Что, все погасло-то? Успел, не успел? Видимо, успел. Мисс Линд, это доктор Синг. Дефибриллятор сломался. Скажите мне точно, что видите? Он на груди у Бонда там. Постойте, один из контактов отошел. Он не присоединен. Чините. Потом нажмите красную кнопку. Отлично, мисс Линд. Минутку. Что там? Он жив? Он жив. Будет в порядке. Слава богу. Перемотайте к финалу игры. Я смотрю, вы знаете покер. Ле Шифр проиграл больше миллиона долларов моих денег. Такого я не забываю. Вот, запускайте. Бонд выиграл? Да, но возникла проблема. Веспер похитили. Ее захватил Ле Шифр. Бонд преследует его машину. Они едут к побережью. Ле Шифр держит наемников и оружие на старой барже к югу от Петровака. Туда они ее и возьмут. Астон Мартин. У Бонда авария. Включите его. Громче, не слышу его. Кто-то его обстреливает, что ли, или что? Проблема, мистер Блисс? Или Бонд? Я что-то запутался. В машину его. Заберите телефон. Саша, ты видишь девушку? Ее доставили на баржу. Саша. Скажи, когда ее уведут вниз с палубы, и тогда мы займемся Бондом. Хорошо, не спускай с него глаз. Себастьян за ним присмотрит. Бонду никуда не деться. Конечно. Арктического моря, побережье, Черногория. Таннер. Бонд, с вами все в порядке? Что произошло? Тачка барахлит. Ты нашел Веспер? Она на старой барже к югу от... Стоп. Судя по GPS вашего телефона, вы совсем рядом. Двигайтесь прямо к складу. Баржа находится за ним. Понятненько. Смотрите на нее со спутника. Так, раз в дополнение к охранным камерам мы разместили снайпера у складского окна со стороны баржи. Дай знать, когда нам нужно будет доставить... Охренеть. Тачка барахлит. Ты нашел Веспер? Она на старой барже к югу от... Стоп. Судя по GPS вашего телефона, вы совсем рядом. Двигайтесь прямо к складу. Баржа находится за ним. Мы сейчас смотрим на нее со спутника. Выдвигаюсь. Необходима поддержка. Да блин. Тачка барахлит. Ты нашел Веспер? Она на старой барже к югу от... Стоп. Судя по GPS вашего телефона, вы совсем рядом. Двигайтесь прямо к складу. Баржа находится за ним. Вон оно что, Михалыч. Ее со спутника. Что это было? Нужна поддержка. Начали! Все, понял я, блин, эти камеры вонючие. Тачка барахлит. Ты нашел Веспер? Она на старой барже к югу от... Стоп! Судя по GPS вашего телефона, вы совсем рядом. Двигайтесь прямо к складу. Баржа находится за ним. Мы сейчас смотрим на нее со спутника. Следуйте за мной! Вроде все... Тачка барахлит. Ты нашел Веспер? Она на старой барже к югу от... Стоп! Судя по GPS вашего телефона, вы совсем рядом. Двигайтесь прямо к складу. Баржа находится за ним. Мы сейчас смотрим на нее со спутника.
Ждем прибытия гостя. Прием. Вот, теперь вот. Так. Вон он. Вот так. Перезарядим на всякий случай. Тихо. Охренеть. А вы-то меня... А, ну да, типа стрелять же начали. Быстро ты. Подожди, у него снайперка. Слева от вас. Он вон там, он не движется, стреляйте! Обходите с фланга. Уберите руки! Что-то кого-то ее убили. На помощь, Джеймс! Бонд, вы видите баржу? Несколько противников окружают Вестер. Бонд, они идут по палубе слева от вас. Перед ней, у двери. Джеймс, помоги!
прямо перед ней. Он приближается. Новая цель. Прямо по курсу. Блин, я же в него попал. Что тебе еще мало? Мало вам все. У вас справа. Не заметил, где он нахрен, ладно. Охренеть, они меня обложили. У вас справа. Там идешь? Пустите меня! Вон ты где прятался, падла. Все? Иду. Придется идти нахрен. Прошу поддержки. Обходи. Прошу поддержки. Сейчас, минутку, подожди. Все, допрыгался. Так. Ждите меня. Обнаружил противника. Молодец. Не трогай, я сам с ним разберусь. Дверь открыли. Умница. Что-то изображение. Кому охрана биржи? Так, внимание, на барже. Повсюду стоят баллоны с ацетоном. Ну это да.
Вот они. Они. Дебилы, блин. Сразу надо уничтожить, чтобы потом случайная пуля никакая там не пришла. Пока я мимо иду. Понятно. Понятно, что с вами. Понятненько. Ну-ка. Удерживаю позицию. Перезаряжаюсь. Вот так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Поскольку теперь баржей владеет господин Леви, где ты? Удерживайте позицию. Понятно. Небольшой баг. Прошу повторить прием. Вроде правильно иду. Да ты вот ее утащил. Так. Турнир проигран. Садите в него!
Вот так. Блин, я хотел его подорвать. Задержите его. Оставаться на месте. Подмога, прием. Так. Понимать? Начали! Бонд, ты мертвец? Еще откуда? Кто вылезет? Ой-ой-ой. Джеймс, помоги. Помогу. Ты где? Понятно. Чтобы... Не получается. Знал. Включен телефон. Чтобы поймать GPS, нужен сигнал. Тогда сможем включить? Даже если мы его засечем, это не значит, что найдем Бонда. Он может быть... Это Бонд. Полиция уже выехала. Это Ли Шифр. В телефоне Бонда камера. Я ее включу. Боже мой. Стреляли не в Бонда, слишком далеко. Там есть кто-то еще. Я вернул деньги. Я вернул деньги. Кто это? Я не знаю. Деньги для нас не так важны, как честность партнеров. Ну, вот так. Он как раз убил Ле Шифра. Перемотайте. На середину августа. 14-е. Ни хрена себе. Ну, что за человек? Вокруг него люди дохнут прямо таки. Венеция. Бонд в номере. Веспер только что вышла. Впервые за сегодня. Эта парочка не хочет светиться. Это ненадолго. Отпуск закончился, и не только для Бонда. Ну, отпуск. Можно подумать, он у меня был. Италия? Венеция? Ну? Алло. Бонд, нам звонили из казначейства. Они хотят забрать выигрыш, но не могут получить доступ к вашему счету. Денег нет. Их сняли. Мне пора. Я даже знаю, кто их снял. Венеция, Италия, я же говорю.
Вот она и убежала. Смотрите, Боба. Гитлер сказал. Меняю магазин. Мы под обстрелом. Отправьте подмогу. Прием. Давай. Где ты? Чтоб по ушам не било. Прикройте. Открыть огонь. Оставаться на месте. У вас, да. Ой-ой-ой. Удерживаю позицию. Вот. У вас много уже убитых. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Нужна поддержка. Круговая оборона. Задержите. Он перезаряжает. Выдвигайтесь. Отправьте подмогу. С хрена ли я перезаряжаюсь? Вот теперь да. Последние 10. Перезарядим. Или это подняться можешь? Блин, там вроде не было подъема-то для вас. Где? Скажите Гитлеру, мы его нашли. Видим Бонда. Говорю же, подняться нельзя. Вот так. Всех перебил.
Вот так. Идем далее. По трубе не поднимется. Где-то пропустил один телефончик, да я хрен на него. Действуйте тихо. Мы не хотим, чтобы пострадали гражданские. Я свое дело знаю. Бежим, бежим. Вот ты, блин, часть халвы какая-то. Блин, упал. Ну что, еще разок? Так, же, так, я принес сегодня к полудню, чтобы проверить, как идут дела. Пожалуйста, приготовьте кандолу к началу ремонтных работ. Вон она. Только не забывайте правильно произносить. Кандола. Неплохо. Мне нужна помощь. Выдвигайся. Какой шустрый мальчик. Давай-ка. Мы обстреляны, нужна поддержка, прием. Удерживайте позицию. Какую у них еще никакой нету. Где ты? Здесь что у нас? Надеюсь, вас на реставрационной площадке. Бля. Вы Гетлер? Деньги при вас? Иначе бы я не пришла. Заходите. Следовать за Веспер. Ну. Да никак. А очень бы хотелось. Обещали,
Ни хрена не понимаю. Блин, меня утопили. Надо, вот, все понял, теперь надо быстро здесь двигаться. Двигаем. Так, ладно, с первого этажа сейчас уйдем. Да, блин. Куда бежать-то? Блин, не туда. А куда? Что это было? Необходимо. Мы обещали, что будет ясно. Блин. Вот так это должно было быть. Да сейчас. Тихо. А куда? Да вроде все правильно делал.
О. Нет, еще рано уходить. Гвоздомет. Спаситель. Похитили люди, стоявшие за Лешифром, и шантажировали ее. Теперь мы не узнаем, кто за этим стоял. Она забыла трубу. Знала, что я проверю. Конечно, она надеялась. Джеймс, вы не задумывались, почему вас не убили на барже? Это сделка. Она отдала деньги, спасая вас. Мистер Уайт? Да, кто это? Это начало. Знаете, кому она их отдала? И ее жертва не будет напрасной. Ты уже поймал убийцу? Нет, еще нет. Пошли, вернемся в отель. Бонд, где вы? Камилла внизу. Бонд, ответьте. Я на линии. Отпусти ее. Кто эта девушка? Я думала, вам можно доверять. Думала, тут дело не вместе. Мне можно доверять. Вы так ослеплены ненавистью, что вам все равно, кого убивать. Когда не видишь, кто друг, а кто враг, лучше уйти. Я отстраняю вас до окончания расследования. Вот тебе раз. Готовьте транспорт. Груз уже здесь. Стоят. Господи, неприкаянный. Быстро в лифт. Бонд сбежал. Он... Черт. Таннер, найдите Камилу. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.